Обезглавленная Укрзалезница. Только 20 сентября начнут определять, когда же стартует процедура избрания руководителя Укрзалезницы. Об этом сообщил министр инфраструктуры на встрече с журналистами. Во всех проблемах компании Владимир Амелян винит ее предыдущего босса Войцеха Вольчуна. Именно он сорвал процесс перехода Укрзалезницы к корпоративной модели управления. Поэтому и не был избран наблюдательный совет и не назначен руководителем структурных подразделений компании. Впрочем, когда это произойдет, министр инфраструктуры, похоже, не знает и сам.